Хейо, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Cube Escape Season. И кажется, это последний у нас рубеж, так можно сказать. Итак, мы остановились с вами, если я не ошибаюсь, на том, что мы открывали эти. Вот да-да, вводили, получается, часы из последнего уровня. Это, похоже, сейчас мы. It's me, да, это мы. Так, стоп. А как мне тогда это перемещаться? Или мне нужен этот? Так, стоять. Тут сначала. Лопатка. Может, тут что-то серьезно можно сделать? Попугай. Может, его открыть можно? Закрыто. Так, окей. Цветок вырвать. Ага. Так, хорошо. С радио что? Плохая радиоволна. Так, мы починили, сделали типа антенну. Так, хорошо, есть ключ. Скорее всего, это ключ уже от птицы. А ну-ка, золотой ключик. Так, а как мне тебя выпустить? Окно теперь открыть. О! Так, а чем мне открыть? Ложкой. Окей, что здесь у нас? Черный ключ. Ага, кастрюля, хорошо. Поставлю, давайте воды сразу наберу, может понадобится. Сейчас немного запутано здесь все у нас. Ага, вот, это, да-да, сейф. Ох ты ж, ё-моё. Так, у меня есть в моем листике? А у меня сейфа нету. Цифр нету. Окей, тогда. Картина мне нужна. Идем теперь в лето. Так, назад. Теперь здесь нужно часы сделать. Так, стоять. Ага, здесь сейф уже открытый. Так, лето это у нас второй, да? 3 часа. Так, тихо, 3 часа. И 55 минут. Так, окей. Тул. Короче... Гаечный ключ. Так, я ж тебя освободил. В чем дело? Так, ладно, окей. Пока что сейчас подкрываю все эти. А, как сказать, часы. Так, здесь птичка уже мертва у нас. Так, ты. 11. 11:26. Ага. Спички. А спички мне для чего? Вопрос. Ух. Я знаю, что я сейчас делаю. Мне нужно... Так, вернуться... Кажется, в лето. А, не, свечки, да? Стой. С водой мне нужно потушить. Может, мне трава нужны? Так, стоять.
Яйцо-то было в первом. А ну-ка. Так. Да, теперь дрова. Теперь я, скорее всего, могу, типа, подпереть. Да-да-да. Готово. Так, окей. Если горит свеча, все равно могу использовать, окей. Теперь весна. Так. Птицы нету, окей. Это хорошо. Здесь есть дрова все равно. Ладно, зажгу. Может, мне все еще нужно здесь все сделать? Так, стоять. Окей. Так, время в прошлое. Лето. Вот здесь что-то уже запутано, какая-то загадка непонятная. Мне нужно что-то с этим. Опа, стоять. Краник могу здесь сделать? Ага, хорошо идет. Типа этот. Ой, капает. Зима. Опа, таблетка. Только чего это? Так, ладно. Попугай вон мой. Его нужно как-то сюда позвать, что ли? Таблетка это 4, да? Сейчас зарисую картиночки эти. Получается, какая-то фигня крестообразная это 1. Солнце 2. Гриб это 3 и таблетка 4. Так, теперь что я делаю? Что здесь у меня? Здесь у меня 3. Кстати, 3, здесь 2. А, здесь что мне? Здесь 3, окей. Мне нужно 4. Ага, сюда. Воду надо? Непонятно, ладно. Да, гриб вырос. Ой, а где я их еще видел? Грибы эти и все такое. Так, стакан. Это у меня 4. 4 это там, где стул. Да. Да. Окей. Один есть. Теперь снова воду набрать. Сюда. Только теперь я не понимаю, что это. Ух ты ж, ё-моё. Ну, я не мог понять, что это. А, вспомнил. Это 3, это 3. Все, я понял, что за грибок. Так, 3 это у нас 10. Нет, здесь 2. Так, 3. Так, этот я не могу, да, использовать. Походу сюда что-то нужно посадить. Ну только что. И как-то птицу нужно еще сюда позвать. Это тоже вопрос для меня. Так, ладно. Я сделаю сейчас вот что. Раз. Воды наберу сюда, вылью. Все, хватит. Так, здесь у меня ничего нету. Картины. Так, телепортация пошла.
Ой, зачем я в лето пошел? Нужно мне пойти в самое первое. Итак, здесь у нас ничего. Ну да, здесь. А ну-ка, у меня же там сейф, точно. Так, тихо, сейчас будут минус уши. Так, 14. 87. Это пароль от сейфа. Сейф у меня в первом. А, древесина со мной, скорее всего, не пойдет, да? Окей. Ага, сейф. 14. 87. Семечко. Окей, семечко скорее всего могу посадить. Так. Мне нужно как-то с птицей понять, что мне делать. А, стоять. У меня сиди. Мы же чинили радио, да, для чего-то? Вот, у меня сейчас есть идея. Смотрите. Мы летим теперь в винтер, в зиму. Нам нужно сначала посмотреть цветок и по пути радио юзнуть. Вот, радио. Так, радио. Скорее. О, это кактус. Хорошо. Цветок. И должна пролететь. Птица пролетела. Хорошо. Так, блендер. Теперь. Хорошо, сначала цветок. Цветок, это у меня один. Это сюда, хорошо. Теперь в блендер нужно засунуть вот эту херь. Так, готово. Это у меня здесь. Только почему она красная загорелась? По идее должно все заработать. Что я не сделал правильно? Так, стоять. Третий это гриб. Вот, три. А, может включить в правильной последовательности? Тогда сейчас. Тогда первое сюда. Раз. Два. Четыре. А теперь я не понимаю, в чем дело. Что я еще не сделал? А ну-ка, может мне нужно вернуться теперь в первое время, типа исправить все? А ну-ка. Ой, боже, загадки, конечно, здесь такие. А, да, действительно. Это я? А, нужно нажимать, чтобы все пропало. Зима 1981. И кубы полетели. Так, точки. Дерево. Дерево. Окно.
Это конец. И, походу, это конец. Да. Это конец. Спасибо, что играли. Ну что, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. До новых прохождений куб экспрессионов, этих всяких игр. Пока.